Полтава. Доброе утро, Полтава. Позднее утро, но ничего страшного. Как получилось? Сегодня, да, мы встречаемся. Поэтесы поздно встают, вони вночі пишут. Я ж к чему и веду. Мария Бойко. Мы ее пригласили по одной простой причине. Она поэтесса. Она закохана в поэзию. Она пишет стихи. Вся моя семья любит читать эти стихи. Мы получаем истинное удовольствие. Мария, добрый ранок. Побажання полтавцям. Полтава, осінь така прекрасна. Мрійте, кохайте і творіть. Тому що, ну, на мою думку, по образу і подобі Бога, це, ну, звичайно, що не зовнішність. Це, мабуть, і є. Це здатність творити. Думаю, що творити вміють всі, кожен знаходить це якось по-своєму. Творіть, не бійтеся, не зупиняйтеся. Мрійте, хай ваші мрії здійсняються. Мария – мой Facebook-друг. Мы давно общаемся, читаем ее стихи. И вот сегодняшнее утро, сегодня мы со Светой приняли решение, мы запускаем новый проект «Закохани в поэзию». Мы приглашаем всех полтавчан, кто любит читать стихи. Завтра. Можно завтра. Завтра на 8 часов на Белой беседке. Света все-таки настаивает, да, на Белую беседку. Да, я настаиваю. Кто хочет присоединиться к этому проекту, подходите к нам, мы с удовольствием запишем и потом покажем ваши чудесные стихи. Чьи-то стихи, возможно, ваши прочитаем. Мы започатковываем гарную традицию. Люди же будут ходить на Белую альтанку. Но мы будем анонсировать уже без вас. Если даже без нас, ничего страшного. Место очень. Мне там легко пишется. Да, любите там писать? А там энергетика шалена. А где любите писать стихи, кроме Белой беседки еще? Где вас муза посещает? Для меня наэнергетичнейшая такая местиночка в Полтаве, наилюбленнейшая, это той простір на Белой альтанці. А про что именно пишем? Почему пишем? Ну, про что девчата пишут? Кохание. Про любовь. А любовь тоже уже в разных вымерах. Любовь до друзей, любовь до места. Когда последний стих написан был? Крайний. Вчера. А, я не марновірна. Я нормально до цього ставлюсь. О чем стих? О, Господи. Та щось про любов. Тоже про любовь. Я давно замечал, кстати, я уже задавал вопрос. Мария, вы влюблены? Она все... У вас постоянное ощущение влюбленности. А без этого не бывает. Вот что такое вірші? Це втілена емоція. Емоція, но у вас это емоція любов. Ну, певно, що так. Як давно ви пишете стихи? Ну, мабуть, з того віку, як багато хто пише. Ну, 14, 15, 16. Перша влюбленість і пішла, да? А я думаю, що це суто психологічне, те, що не довірили друзям або батькам, довіряється паперовому листочку. А потім, ну, хтось для себе знаходить щось інше, в чому самовиражається, а для кого залишається тільки вірші. Марій, крім стихов, ще чим увлікаєтесь? Читати люблю неймовірно, подорожувати люблю неймовірно, людей люблю. Мабуть, не була б журналістом, якби людей не любив. А у кожного поета, я думаю, є любимі поети. А, о, стихи то, чиї ви любите читати? Хайяма. Обожнюю Омара Хайяма, це з дитинства. Обожнюю сучасних поетів Юрія Рибчинського. Такого мудрого, такого ехидно. На осень, кого бы вы... Осаку нашу обожнюю, Сергея Осаку. Именно на осень, а какие бы стихи, чьи бы вы посоветовали? Свои, возможно, какие-то. Вот осеннее настроение, сейчас вот начало все золотиться. Осень у меня ассоциируется с львовской поэтессой. Есть такая у Львова Неоніла Стефурак. Вот ее поэзия вот дуже так лягает на осенний настрой. Надо будет почитать. А на ваше произведение влияет осень как-то? Больше пишу. Больше пишете Правда, осень? Правда, ну, мама каже, ты, по-моему, у тебя не бывает больше, меньше, ты постоянно пишешь. Хотелось бы очень услышать какой-то из ваших стихов. Если есть возможность. Да. Вибачаю, читаю с нотатничка, потому что я и пишу в телефон. Бо мама кричить, ти виключиш комп'ютер, ти нарешті спати ляжеш, ти ж завтра знову на роботу працюєш. А ви все, так, да, пишете. Я... Це прелюдія осені. Ти судити не смій. За холодними розами поспішали самі. Час тримати за гатами нам обом не вдалось. А на день ці лишати, то смутити чоло. Нам би крилами. Нам би вітру до крил. Щось ми гарне зуміли до цієї пори.
Разне сила прощатися, розчинитися вже. Нам в серцях не здолати жар великих пожеж. Серпик місяця гострого розтинає нам ніч. Ні, не буде нам просто. Але прошу, поклич. Це в дорозі писалося. Так, недавно ви мені прислали з дороги, так. Да. А от коли воно приходить, це я поставила крапку. Оце я дописала і почала друзям його розсилати. Воно як-то заставляє і задуматися. От я ж говорю, я потім, коли читаю ваші стихи, я потім як привезений, хожу по квартирі, такі раз, прострації, где-то так. Розсматрюю цветочки на обоях, да? Впечатлення машина. По поводу цветової гами все-таки. Мені цікаво, ваш любимий цвіт? Рижий. Рижий, да? Два рижих. Я между вами. Давай, желание загадывай. На удачу. На удачу. Вот. А с любимых блюд есть ли что-то такое? Все перчане. Мені друзі на Саша Усачов на 30-річчя подарував навіть м'яку іграшку перчину велику. Я б морозиво перчила. Ти ж така поетеса з перчинкою. Ну, обожнюю. Молосині, огірки, помідори, капусту, все це з перцем плов люблю. Сало. А скажите, про детство, расскажите немножко какие-то моменты интересные, запоминающиеся, самые яркие, которые, возможно, вы описывали в стихах. Меня коротенько стригли, я была такая девочка неугомонная, я лезла, ну куда только не лезла, пацанка. И вот когда, а как тебя зовут? Маша. А мальчики Маши бывают? Ну вот как-то это так часто повторялось, что это очень запомнилось из детства. Слушайте, вот на ваш... Ну, честно говоря, я такой и осталась. Вот снимали на Кразе месяц назад, и директор Краза предложил вот испытательный полигон, кто хочет проехаться. Ну, мы ехали втроем. Да? Ну, он вообще смотрел на оператора. Мой оператор вряд ли полез бы в КРАЗ на испытательном полигоне, если бы этого не сделала я. В концертном платье нормально. Вообще ну, это как космос. Но я решила, это бывает раз в жизни. Конечно, я почему не полезла? Я залезла, а слезать? Ну, зато ощущение. Скажите, вот чего не хватает, либо же хватает всего именно Полтаве, полтавскому духу? Я думаю, что не хватает тем, кто ищет, кто это будет делать вот кто-то. Вот тем не хватает. Тот ищет кого-то, кто это должен сделать. А те, кто делают, те, кто работают, там, я думаю, им хватает. Им не хватает времени. Я думаю, им бы хотелось 48 часов в сутках. Да, не хватает времени в сутках. Вот я думаю, что вот для меня жизнь вот это вот где-то так вот. Да, полтавчане, вам времени для наслаждения прекрасным. Тем более сейчас осень замечательнейшая. Добрый. Я вот тоже собираюсь поехать на днях на Капище в Яковцы. Хочу, ой, да. Вот там еще энергетика потрясающая. Люблю тоже писали. Это место. Есть люблю. Стих какой-то, вспомните, возможно, который писали? Есть, но разве что пришлю. Есть он есть в виде зарисовки. Угу. Видео зарисовки. Ой, очень интересно. В принципе. И там как раз это видео и стих, который родился там. Осенью родился, либо же в другую? Подкупала. Подкупала. Вообще замечательно. Любимые праздники? День города. Вот у меня это сложилось, ну, я уже больше 20 лет, ну, вот с переменным успехом, там какой-то год не пишу, какой-то 2-3 года пишу сценарий на День города. Ну, и создаются, ну, мне совестно. Я не знаю, как другие поэты, ну, вот как можно выходить 20 лет на сцену и читать что-то одно и то же. Мне кажется, что вот на концерт на День города, это как раз хороший повод написать новую серию стихов про Полтаву. Вот у меня крылья разворачиваются, я порхаю по Полтаве, мне хорошо, я пишу. Я думаю, даже риторически будет немножко вопрос. А вот Новый год не люблю, мне холодно, я мерзну. Зиму не люблю. И там слишком много праздников. Новогодний, старый Новый год, Рождество. Оно перегружает меня тоже. Ну, недели две, да, такого вот празднования. 8 марта не люблю. Почему? Праздник это как-то вот мужчина и женщина, а там начинают одни девочек поздравлять, сказать и вас с праздником как-то мужики. Я тогда начинаю мужиков поздравлять с весной, весна для всех. Да, то есть 8 марта мужчины поздравляются вами с весной. С весной, весна пришла. А, ну тоже логично. Коты в восторге.
красиво. Музыка как-то помогает в творчестве, мешает? А я вот постоянно с музыкой. Вчера вычитала в интернете, что это, оказывается, ну, один из лучших вот стрессопогашающих таких факторов, когда ты постоянно вот слушаешь музыку. Какая больше музыка идет на душу? Разная. Разная люблю. От вот народного до рока. Сегодня мы в «Добром утре» стараемся пожелания исполнять. Сегодня вот что бы вы хотели после вашего интервью? Посмотрите интервью, потом музыка. Вот меня вдохновляет в последнее время Вакарчук. Все будет добре. Нам Вакарчук кладешь. Все будет добре. Все будет добре. Будем надеяться. Возможно, есть... Это Лена Костенко, кстати, выставила недавно пост. Вот, вот такая вот надпись. Вот, все будет добре. Слава Вакарчуку обещал. А, скажите еще так, мне очень интересно, спонтанно пишите что-то, можете вот 4000, вот сегодня мы пообщались, да, возможно, какие-то редкие уголы. Ну, я вчера на монтаже сидела, коллега Ирина Великая, режиссер монтажа, сидит, делает фильм, я поглядываю одним глазом, что получается, и тут же сижу, она на меня поглядывает, опять играется, сидит телефоном, не играет, я стихи пишу. Вот, да, вы меньше... Не, играться тоже полезно, но не обязательно телефоном. Пишите, влюбляйтесь, наслаждайтесь осенью красивой. Живите, живите в полную силу. Жизнь одна, ее надо прожить красиво. А завтра с 8, до скольки мы где-то там побудем? Ну, часика-полтора постоим, да? Будем ждать всех. Ну, часика-полтора мы с 8 вечера вас ждем на Белой беседке. Подходите, доброе утро, говорите. Вы стихи любите? Ну... Нет, так зайди. Завтра в 8 утра вечера мы вас ждем на Белой беседке. Не обязательно наизусть. Прочитайте стихи. Мы стихотворение какое-то. Новый проект «Закохані в поэзию». Мы вас чекатим. 8 годин вечера. Ну, ранку це було б жорсток. Ранку це було б жорсток. С утра, с кофем. Я вам скажу честно, у нас на 8 утра на этой неделе были две встречи даже. Но это наши хозяйственники, люди, от которых зависит жизнь города. То есть позже никак не получается, потому что сразу в работу уезжали. Вот, хорошего настроения и до завтра. Всем доброго утра, удачного дня.